Заседание окружной избирательной комиссии по вопросам предстоящих выборов возглавила председатель избирательной комиссии Московской области Ирина Коновалова. В окружную избирательную комиссию входят члены территориальных избирательных комиссий 4 муниципальных образований – Сергиево-Посадского района, Пушкинского района, Королёва и Красноармейска. На заседании обсудили ряд текущих вопросов по подготовке к выборам депутатов Государственной Думы. Речь шла об открепительных удостоверениях, которые получат те избиратели, которые не смогут в силу различных причин проголосовать на своем избирательном участке. Также на заседании обсудили вопрос о списках избирателей. Каждого избирателя необходимо оповестить о дате выборов и объяснить, на каком участке он может проголосовать. До 6 сентября вы должны сформировать этот список, и как и прошлые годы избирательной комиссии Московской области рекомендуют создать рабочую группу, которую включить и представителей ФМС, и судебных органов, и, собственно, ЗАГСы, для того, чтобы облегчить ваш без того не серьезный труд. Да? То есть Центральная избирательная комиссия от нас эти списки требует, чтобы мы могли отчитаться о том, что работа проделана, и в этих списках действительно не существует тех, кто умер, либо не существует тех людей, которые у нас туда повторяются. Ирина Коновалова обратила внимание членов окружной избирательной комиссии на то, что необходимо обеспечить каждому избирателю возможность воспользоваться своим правом, в том числе и людям с ограниченными физическими возможностями. Для людей, имеющих проблемы со зрением, разработан специальный комплект «Доступные выборы». Надо обратить внимание на такой участок и более внимание обеспечить этих категорию избирателей. И, собственно, здесь же волонтеров в образовательном учреждении привлечь, попросить, чтобы все прошло на 5 с плюсом. Особое внимание в день выборов будет уделено безопасности на избирательных участках. Их оборудуют камерами видеонаблюдения. Татьяна Сташенко, Михаил Жучков, «День города».